Ну, однажды мы познакомились с Павлом Кантровым. Он мне дал демонстрационку, так скажем, да, демо-версию записи своей послушать. Я послушал, и было ощущение, что я сейчас пойду домой, послушаю, на полочку положу куда-нибудь. А потом раз послушал, два послушал, третий раз. И такой звоню Паше: «Паша, а это действительно, да, ты написал?» Он говорит: «Да». А я говорю: «Мне это интересно, это твоя музыка, как бы чувствуется почерк, оригинальный почерк. И к тому же вот наш аранжировщик тоже очень удачно сделал аранжировки. Наверное, это стало стимулом, чтобы мне, можно сказать, влюбиться вот в эту музыку, которую вот Паша пишет, и исполнять ее». Я сочиняю, это может быть даже не совсем правильно сказать, я скорее записываю ту музыку, которая приходит ко мне обычно достаточно неожиданно, среди, в любом месте, застает врасплох, как правило. И я записываю ее иногда даже на какие-то случайные бумажки, которые вот можно достать. Вот. А из тех мелодий, которые я записываю, как правило, в записную книжку, я потом их дорабатываю и придаю им какую-то форму, ну, может быть, дополняю какими-то гармониями. Ну вот тот альбом, который мы сейчас готовим с Тиграном, это совместное творчество мое, Алексея Топильского, аранжировщика, с которым я сотрудничаю, и Тиграна, который тоже принимает участие, помимо как того, как исполнитель, где-то как аранжировщик. Вот. Это романтические, в основном медленные лирические композиции, сделанные с элементом эстрадных и около джазовых каких-то гармоний. Ну а также, в принципе, они близки где-то к классической музыке, где-то к, может быть, чуть-чуть к народной. Для меня интересны свежие темы Пашины. Они действительно, многие из них, они для меня кажутся свежими, потому что, с одной стороны, вот есть влияние классической музыки на Пашино творчество, а с другой стороны, вот есть какая-то свежая волна, которую, я надеюсь, понравится слушателям, и в итоге из этого проекта что-то получится интересное.